Привет, мам. Ника, скажи бабушке что-нибудь по-русски. Скажи привет, бабуля. Бабуля. Ну, расскажи бабушке, как твои дела? Ника, как твои дела? Расскажи бабушке. А? Нормально? Ты в садик ходишь? Скажи да. Тебе нравится в садике? Нравится, да? Скажи да. А ты в садик пойдешь завтра? Пойдешь, да? А к бабушке поедем в гости? К бабушке в гости поедем? Да. Нет, не поедем. Скажи, бабушка, приезжай лучше к нам в гости. Скажи, бабуля, приезжай к нам. Позови бабулю. А это сидит рядом взрослая девица наша Таня. У нее там серьги, она попросила показать их. О, две серьги в одном ухе. Три серьги? Две серьги в одном ухе. Опусти колени, тут тебя не видно. Таня большая девочка стала, у нее был недавно день рождения. Ей папа подарил красивые башмаки. А мама что подарила? Как это нет? Что? А джинсы? А, да, это джинсы, да. Джинсы. Кофточка. Да, кофточку. Ясно. Ну что, Тань, приглашай бабушку в гости к нам. Скажи, бабуля, приезжай к нам, мы скучаем. Ой, приезжай к нам. Скажи, у нас сейчас хорошо, тепло. Мама, приезжай! Слышь, мам, так что приезжайте. Ну вот, мы записали вам сегодня немножко там всего. Ой, куда я пошла? Мама, приезжай! Ника, покажи, как ты умеешь прыгать на диване. Ну-ка, покажи. Покажи. Тихонечко только. Ой, как Ника прыгает, молодец. А Таня что делает? Таня смотрит телевизор. Да. Ну, вот такие дела. Катя в армию уехала. Мы одни дома. Папа наверху строит новую. Сделает кабинку для душа. Вот такие дела. Ну, что еще сказать? Все у нас без изменений. Передаем кассету через Евгению Григорьевну. И немножко там записали вам сегодня, если еще много осталось, так что... Я не помню, что мы записывали в прошлый раз, что у нас сейчас есть, но мы прибавили. Ну, все поставлено. Ника балдеет. Таня тоже. Все без изменений. Все горит. Ну? Hello. Держи ее. Я все упала. Thank you.
אתה היית או באיסטפה או בסמיקון? בסמיקון יורופ. ואני רואה שאמריקה לא כל כך התכוננה. לא התכוננה בשבילך. לא, ממש לא. כל מה שאתה רוצה אין. מה שאני מבקש, תביא את זה. תגיד לי משהו, לא יוצאת לך עין מהנוזל הזה? מה? לא יוצאת לך. ככה לא עושים, זה עם הכובע, לוקחים את הכובע ועזרים על הפרצוף. הוא מסתכל לך בסתימות עכשיו. Hello, Israel. זה בן של מיכאל. זה מיכאל עצמו. אפרת מרמנת לקוחות. So let's see.
Значит, находимся мы в Америке, в самом крутом штате Америки. Это известно всем, какой самый крутой штат. Это Калифорния. В Калифорнии есть самое крутое место, называется Силикон Валли. Силиконовая долина, значит. Ну, в Силикон Валли есть самый крутой город, самый дорогой, называется Купертино. Вот вы как раз в нем находитесь. А в Купертино есть самый крутейший комплекс жилой. Ну, самый дорогой. Вот круче нет, да? Наверное, не знаю. Наверное, нету дороги. Вот Фордж Хомстед. Вот мы как раз здесь и живем. Значит, здесь вокруг белые люди являются меньшинством. 50% здесь китайцы, еще немножко индусов. Ну и белых там процентов 30% есть. Американцев. Вот. А все потому, что здесь хай-тек, здесь все эти хай-теки, Моторолы, там, Интели, они любят нанимать индусов, китайцев, потому что это им дешевле обходится. И вот они все сюда едут. Помнишь, что я у Арона? Он дома, да? Я запомню, я с тобой дальше. Okay. Каждый режим – это не дневная норма зарядки. Вот я сейчас на 2 недели на занимающей. Ира, куда ты идешь? Я в гору поднимаю. В гору? Да. Тяжело в гору подниматься? Тяжело, да. Есть такая программа, что ты вначале идешь в гору, потом можешь спускаться. Пока я мой. Специальный велосипед. Попрошу уделить внимание. Я его купил за $15 здесь. О! Ну, правда, я должен правду сказать, я еще вложил немножко денег в него. Я купил еще за... 20 долларов. Я за 3.20 купил 2 камеры новые. Камеры вот поменял. Еще тросики. А, тросики еще. А покрышки? Вот покрышки остались старые. Покрышки старые. Добро пожаловать. Здесь мы живем, да. Это у нас living room называется. Я правильно, что свет включила или выключила? А все равно. Темно будет. Ну и эти камеры. Вот living room посмотрели, теперь можно спальню посмотреть. Ну, мебель интересная. Это мебель, нам снимает агентство эту мебель. И все 400 семей, которые привезены сюда из Израиля, у всех одинаковая такая же мебель. У всех такие же картины. Ёфи, пошли в святая святых. Туалет? Кому как. Григорий, вот технику сними, пожалуйста. Что это такое? Это такая специальная доска, называется windsurfing board. К ней еще парус, мачта. Ты уверен, что ты хочешь это снимать? Bedroom.
шкафы очень удобно устроиться. Здесь нет шифонеров, как шкафы. И там туалет. Вот вам интересно как, слышите, Бори? Вот, наверное, ни одна американская семья так не, ну, наверное, не снимает. А может и снимает. Да почему все снимают? Ну, просто я хотел сказать, вот все советские фильмы, ну, любительские, друг о друге видео. Вот идет, значит, камера, она заезжает в спальню. И обычно после этого хозяин спальни открывает шкаф вот такой же и показывает, сколько у него у жены, у его одежды. Нет. А что же вы не показываете? Ну, сейчас мы еще не дошли. Нет, я не, просто не знала, что шкаф есть. Я хотел сказать, насколько стандартные фильмы люди просто вот показывают богатство друг другу. Да нет, как какое бы богатство? Интересная штука. Очень помогает для здоровья. Это для здоровья тех, кто смотрит, да? Тех, кто смотрит, наоборот, ухудшается. Что-то я, по-моему, вашу стенку уже поломал. Стенка-то ладно. Тренажер не поломай. Стенка-то не наша. Едем мы Санта-Крус по 17-й дороге на юг, в сторону океана. Очень красивая дорога. Видеоискатель у тебя черно-белый, в него не видно. Все будет нормально. И я беседер. Это. За рулем Григорий. Это прибрежный курортный городок Санта-Крус.
ждать. Наверное, еще и рыбу ходили ловить. А. Дэйв, пойдем? Сейчас. Нахожусь на берегу Тихого океана. Курорт в городке Санта-Крус. Город художников, музыкантов. За моей спиной там парк местный. А вот, вот здесь передо мной Тихий океан. Пошел, дождался наконец и он в своей очереди. Длинная очередь была. Как мы его не отговаривали, он все-таки пошел. Я говорю: Гарик, зачем ты идешь туда? Он говорит: нет, вот я, говорит, для этого в Калифорнию приехал, чтобы пойти на эту горку. Ну, в общем, если вернется, будем его считать коммунистом. Не видно, где они ездят, только по грохоту определяешь, что там что-то есть. Вот он, герой. Здесь шурутим. Thank you.
Сан-Франциско, день. Мы находимся на самой стрёмной улице Сан-Франциско, называется Маркет. Григорию удалось что-то себе прикупить. Разве же это грязно? Это еще не грязно. Нет. Ну, это, знаешь, центр города, он все время так и грязный. Это улица Голубых, да? Нет. Это улица, не совсем. Но мы можем проехать по улице. Да, она называется улица Кафа. Там, знаешь, там в домах как флажочки висят. Что за флажочки? А ты не знаешь, здесь даже на машинах, если я увижу, я тебе покажу. Вы же мне волоски поставил. Как этот мост называется? Бейбридж. Бейбридж? Да. Двухэтажный? Да. Пошел с тобой, мам. А у тебя для меня есть еще? Нет. На коне, на коне. Справа. Справа, справа. Где он? Ой, Гарик. Ну да, вкусно. Да. А вот смотри, Григорий, как этот мост сделан. Видишь, вот это кусок этого моста показывает. Вот он состоит и весь из веревок таких остальных. В общем, весь мост висит на канатах, а канаты все свиты вот из таких стальных жил. Срез каната, да? Да, это срез каната. В нем находится 10 тысяч таких жил. Это памятник архитектору Джозефу Страусу, который построил этот мост. Вот это памятник архитектору, который сконструировал этот мост. Не совсем удачно, правда, потому что мост растягивается со временем, ржавеет. Но по тогдашним временам это была прогрессивная идея. Читай. Архитектор зовут Джозеф Страус. Родился в 1870-м. Как Ленин. Скончался в 1932-м. 38-м. Учай памятник пустотелой. Дурят нашего брата. Ой, дурят. Этот тротуар выложен брусчаткой, ведущей к мосту. И на каждой из них, на каждом кирпичике, выбито имя строителя, который делает мост. Вот, например.
видно. Давай. Вот прямо перед тобой это остров, который называется Алькатрас. В начале века на нем была тюрьма слабого режима. Там содержали заключенные, а сейчас там музей. А этот как мост называется? Мост называется Bay Bridge. Bay Bridge. Golden Gate Bridge. Слева от меня можем видеть Сан-Франциско. Прекрасный пейзаж. С его небоскребами, с его разнообразием, с его неистребимой жаждой жизни. Северный конец моста Golden Gate Bridge. Во что упирается северный конец? Он упирается в южный конец Северного острова. Оттуда. А ты меня заснимешь. Хорошо? Окей. Где тут такое есть? Где тут такое есть, папа? Где есть такое? Да-да. Где есть такое? Да-да-да. Вот по мосту приближается чья-то знакомая фигура. Идет уже с знакомым маршрутом Григорий. Давай, оба. Что ты заново сюда? Так. Где он там? На берегу куча каких-то волн стоял он, дум велик. Мы на берегу Тихого океана, рядом с Сан-Франциско, по дороге назад в Купертино. Да. Чё? Всех слышали? Так ветра-то нет. Нет, а по волнам. По волнам, да.
погода действительно хорошая. Дышите глубже. Куба, любовь моя. Здесь вот такая вот еще одна Америка. Ага. Здесь, значит, что, Англия, да, Европа, там вот Евразия, а здесь Африка. А Израиль? А Израиль где? Ну, вот в Африке. А Израиль, вот это такое вот здесь море, да? Вот, и вот Гарик отсюда предлагает плыть. Откуда? Вот отсюда. Через Красное море. Да нет, Саш, земля же круглая, что ты не понимаешь? Это же глобус. Как земля круглая? А почему мы не падаем тогда? Ты понимаешь, что говоришь? Какую ты ересь вообще плетешь? Вот Гарик! Все, дай мне. А вот это Гарик. Гарик, бери свое лицо. Бери свою печальную, Гарик. Я нахожусь в политехническом музее города Санта-Клара. Всякие игрушки тут. Zone are both considered deep sea, and it is here where, thanks to ROVs, Ambari researchers are now able to observe and study deep sea organisms in their natural surroundings. Deep sea life forms, accustomed to conditions of the ocean depths, do not adapt well to captivity. Thank you.
take a new genetically engineered drug within 3 hours of the attack. Stroke and heart attack victims stand a better chance of survival if they take new genetically engineered drug within 3 hours of the attack. Заказ в кафе. Дали мне такую электронную штучку. Вот такая. Я сел за стол и по, видимо, это какой-то пеленгатор или что-то. И по нему официант найдет, в каком месте я сел. Это, как я понимаю, центр Санта-Клары. Это моя гостиница, где я жил. Это моя машина, что я ездил.